Здравствуйте, меня зовут Антон, я руководитель компании MapSpace. Мы занимаемся продажей и строительством недвижимости. Хотел поблагодарить компанию Slotex за приглашение на данное мероприятие. Нам все очень понравилось, будем рады сотрудничеству, приглашайте нас еще. Всем добрый день, меня зовут Арина, я студент Академии Штиглица и также практикующий дизайнер. Сегодня на мероприятии от компании Slotex мы поговорили про световое оборудование, стеновые панели, а также паркет. Хотелось бы пожелать компании процветания и буду ждать приглашения на дальнейшие мероприятия. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я дизайнер. Хочу сказать огромное спасибо компании Slotex за организацию этой встречи, где было представлено множество компаний от светодиодного оборудования до паркета. Это огромный опыт познакомиться с этими продуктами и использовать их в реализации наших объектов. Добрый день, меня зовут Илья, генеральный директор компании «Сампо Паркет». Сегодня провели мероприятие на базе салона Slotex вместе с компанией СВГ, наши партнеры. Мы делаем серию мероприятий для дизайнеров, вечерних, образовательных мероприятий. Это прекрасная площадка и прекрасная платформа для общения. Нам это помогает стать лучше. Вот. Я думаю, нашим партнерам это помогает в их комплектации, в их объектах, в их работе ежедневной. Поэтому сегодня очередное мероприятие. Я благодарен компании Slotex за предоставленную площадку. Здравствуйте, меня зовут Анна, я архитектор-дизайнер. И сегодня я была на презентации трех компаний Slotex, Sampo и SVG. Информация полезная, и на будущее я буду использовать в своих проектах. Всем привет! Меня зовут Махначев Наталья. Я занимаюсь дизайном интерьера, коттеджи, квартиры. Это все ко мне. Но сегодня мы были в гостях у Slotex, варили светодиодную ленту SVG и также топтали, царапали потрясающий паркет Sampo. И это идеальный материал для ваших домов. Качественный и приятный. Спасибо за эту встречу, за новую информацию, с которой мы уходим. Всем добрый день! Сегодня в компании Slotex мы провели прекрасное мероприятие с нашими партнерами СВГ, светодиодное освещение и Sampo Паркет. Ольга. А мы благодарим Ольгу за предоставленную возможность провести наши светодиодные опыты с главным инженером компании СВГ Сергеем Карабановым. Сегодня мы жгли и варили светодиодную ленту. Скажите, а вы видели когда-нибудь, как варят ленту в кастрюле? А наши сегодняшние гости видели, и всем очень понравилось. Также сегодня наш друг Илья Бедов рассказывал про инновационные технологии паркета и также проводил краш-тест своих покрытий паркетных. Поэтому мы благодарим вас, дорогие гости, что вы к нам сегодня пришли. Следите за нашими мероприятиями, подписывайтесь на нас. Ставьте колокольчик.